Сделать здоровье жителей города над Богом одним из приоритетов. Вот какую задачу на протяжении 3 лет преследуют организаторы мероприятия «Здоровый город». А потому в очередной раз предложили брещанам побывать на настоящей ярмарке здоровья. В здании Брестского областного центра Олимпийского резерва по гребле, визитной карточки микрорайона Ковалева, гости могли пройти ультразвуковое обследование щитовидной железы, измерить артериальное давление, а также узнать индекс массы тела и определить уровень глюкозы в крови. Все это с помощью ультрасовременного оборудования. Комплекс медицинских услуг был разноплановым. Организаторы инициативы постарались провести встречу по максимуму и с предельным комфортом для брестчан. «Здоровый город» в микрорайоне Ковалева реализуется уже 3-й год. Цель этого проекта, чтобы здоровье для населения стало основным приоритетом. Снижение заболеваемости, увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидизации, снижение смертности от заболеваний, которые связаны с образом жизни. Ну и, конечно, это мотивация, чтобы люди отказались от вредных привычек, курения, алкоголизм, употребление наркотиков, пропаганда здорового образа жизни, ну и участие в спортивных мероприятиях, занятия физкультурой, спортом. В рамках проекта «Здоровый город» гости праздника могли продегустировать продукты здорового питания и убедиться, правильная пища – залог здоровья. Многих брестчан заинтересовала презентация лекарственных препаратов, витаминов и минеральных комплексов. Немалый интерес был и к выставке плакатов и рисунков на тему формирования здорового образа жизни. Здесь можно и утолить информационный голод. У нас присутствует достаточно много литературы различной на тему здорового образа жизни, на тему безопасности жизни. У нас участвуют смежные структуры, такие как управление по чрезвычайным ситуациям. С нами можно, здесь можно познакомиться и с медиками, узнать уровень своего здоровья, протестировать себя и почерпнуть много информации для того, чтобы жить долго и счастливо. Площадкой для подтверждения того, что Брест – город спортивный, стала территория, прилегающая к зданию Брестского областного олимпийского резерва по гребле. Армрестлинг, поднятие гири, прыжки через скакалку, перетягивание каната, любительские соревнования по отжиманию. Спортивная молодежь убеждена, такой досуг – отличная альтернатива скучному выходному дню, проведенному у компьютера. Я считаю, что важно организовать такие мероприятия, потому что это очень, скажем так, сплочает всех, все школы, и более дружнее становится. И все-таки спорт – это как бы жизнь. Во-первых, это интересно, во-вторых, здоровье, и очень важно поддерживать здоровый вид и быть всегда в форме. Сегодня в московском районе города Бреста проживают порядка 42 тысяч человек. Достучаться до каждого и призвать к здоровому образу жизни – задача непосильная. Однако меры, которые сегодня предпринимают власти города, а также представители здравоохранения, в том числе и посредством профилактического проекта, говорит о том, что работа в этом направлении активно ведется. И все же не стоит забывать – здоровье человека в его руках. И только ему решать, улучшить его или потерять.